Жорж, у Пеппы сегодня день рождения. Я приготовила торт. Я пойду схожу в магазин за свечками, а ты, пожалуйста, торт не трогай. Как скажешь, мамочка. О, как же тортик аппетитно выглядит. А что, если я съем одну ягодку? Никто ведь не заметит. Ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Съем-ка я еще одну. Все равно их тут много. Ням-ням-ням-ням. Ну вот, ягодки закончились. А этот цветочек так вкусно пахнет. А, ладно, я уже взрослый. Что хочу, то и делаю. Вот это я наелся. Ой, а что скажет теперь мама? Она же меня наругает. О, придумал. Отнесу-ка я торт в комнату к Пеппе. Ее-то мама точно не будет ругать. Ведь все равно мама для нее торт испекла. Вот так. Жорж, а куда делся торт? Ты не видел? Нет, не видел, мамочка. Может, ты у Пеппы спросишь? Пеппа! Пеппа! Странно, пойду-ка зайду к ней в комнату. А это что такое? Это что, остатки торта? Неужели это все съела Пеппа? А кто же еще? Ты же знаешь, как Пеппа любит сладкое. Вот и не удержалась. Бедная Пеппа. Почему бедная? Ты что, теперь ее накажешь? Понимаешь, Жорж, торт был еще не совсем готов. Его нужно было еще немного подержать в духовке. Да и ягодки на нем были испорчены. Я хотела их выбросить. И что же теперь будет с Пеппой? Ну, если это действительно Пеппа съела торт, то она покроется большими красными пятнами и будет сильно болеть живот. Ой! Что такое, Жорж? Что-то не так? Нет, все нормально. Пойду в комнату. Эх, сейчас я покроюсь пятнами, и мама догадается, что это я съел торт. О, намажу-ка я лицо пудрой, тогда пятна никто не заметит. Это я здорово придумал. Ой, посмотрите на Жоржа. А что такое? Да у тебя же все лицо в пятнах. Не может быть, я же хорошо намазался пудрой. Ой. А зачем это ты лицо пудрой мазал? Ну, это... Ай-яй-яй, Жорж, нехорошо обманывать. А теперь у тебя и вправду лицо красное. Только на этот раз от стыда. И никакая пудра не помогла, правда, Жорж? Простите меня, пожалуйста. Это я съел торт и подложил его к Пеппе в комнату, чтобы меня не ругали. Ай-яй-яй, Жорж. И что, я теперь наказан? Так как сегодня у Пеппы день рождения, я не буду тебя наказывать. Но в следующий раз подумай, прежде чем что-то сделать. Хорошо, мамочка.